Всем привет! Сегодня мы играем Бетварш с другом. И мой. Кто ждал Бетварш? Я не знаю, что говорить. Ладно, пока что я фармить железо. Так, все, и вот я накопил железо. Покупаю шерсть, иду на центр. Центр сразу? Да. Я знаю, что уси центр. Я пока это... Кровать защити. Я пока это накоплю. Я себе на меч хочу. Понятно, копи, копи. Ладно, придём в центр, я вернусь. Всё, я на центре. Первый, мне кажется. Мы первые, кто на центре. И хорошо, я скажу даже. И же муды заберу сейчас. Я керамику купил. Сейчас керамику заставлю. Понятно. Я вижу, что красные, они кровать не защитили. Можно красный крашнуть. И тут два делюкса играют. Да, и эти. И синие тоже не защитили. Я не вижу. Они, нет, красные, да. Все идут это без защиты. Мы только с одни защитой. Короче. Ну, у нас не особо большая защита. Сейчас я быстрый. Эмеральды. Нет, у нас это очень хорошая защита. У всех. Ну да, пока. Сейчас пока я да. Эмеральды положу, я два эмеральда забрал. И пойду кого-нибудь зарашу. Если получится, конечно. Окей, давай. Я пока эту кроватку закрою полностью. Ой, я упал. А нас... Пошёл, на нас красные хотел пойти. На нас красные идут. Подожди, я тоже на кого-нибудь пойду сейчас. Нет, он просто нам путь Ой. Перекрыл. Я сейчас попытаюсь быстро накрыть. О, зря. Опять эмиральды не лутают. Так, тут месило какое-то идет целое. Бой. Сейчас прибегу, сейчас. Синий на нас бежит. Я на алмазы. На нас уже бегут. Чё на нас так покушают? Чё, хорош, чё. Чё, просто идеально. А, я упал. И сбросил. Всё, опять. Вот он бежит, синий. Надо синих зарашить. У них там кровать вообще не защищает. Не без защиты. Кто это поставил? Ты я поставил. А не, уже синие сломали там. Я на алмазы. Мне кажется, я не... Мне кажется, я никого не убью сейчас. Мне кажется, на, ну... Опять меня замочили. Мне надо броньку копить. Я сейчас это, сейчас, если хватит, броньку куплю. Нет, упал. Не хватит. На нас бегут. Срочно. Я знаю, эти делюксы, это не любят так бегать хорошо. А, скинули! Опять! Кровать! Всё, нас сломали. Блин. Какие-то спидраны. Я не знаю. Чё? Как он вообще так просто быстро смог ее сломать? Сразу три слоя, так тем более он вообще не откинулся, когда я его ударил. Я не знаю, она сейчас пытается защитить. Там сверху. Нет, ты не справишься. Да, я не справился. Короче, наша ошибка была в том, что мы это... Всё, я заново игру начинаю. То, что мы вообще не защитили, мы это... Не... Броню не купили. Давайте. Я приду, когда начнешь игра. Вот игра начинается, вперед, все. А, начинается в нашей команде тот самый игрок, который нас сломал. Понял? Ладно, давай, я приду, когда я до центра. Ой, ну, а его... И получается, и владеет. Ну, то есть, смотри, когда я... У меня всегда так было. У меня всегда, что мы первые шли на центр и... Алмазную бронь покупали первыми. И всегда мы становились владельцами центров. А сейчас же так нет. Нет, у тебя же так шерсти. Я первый эмеральд забрал. Молодец. А чё, он не ударился? Он с первого раза, я не смог его ударить. Не сломает. Как? Что это? Зачем? Просто как он? Как он это сделал? Как он сейчас это сделал?
Много вопросов, мало ответов. Мне самое странное... На нас еще один бежит! Знаешь, что самое странное? Как он просто, тот сел, который нас сломал, как он, знаешь что? Я по нему ударить не мог. Я тоже не мог. У тебя блоки есть? Да нет. Три синих на нас бежит! Давай! Давай! Нет, чё, меня же бросили. Меня же бросили. Короче, давай же... Давай, победи. Ты не сможешь победить. До тебя идут уже. Я сейчас... До тебя достают. Ну-ка, ну-ка. У тебя что за бесик хотя бы? Деревянный? Я думаю, тут лучше новый раунд. Вот какой у меня меч, вот какой у меня меч. Есть шансы, что ты можешь одного замочить и троих вообще. Ха-ха, троих нет. У меня блоки кончаются. У меня сейчас блоки закончатся. Слушай, если у меня есть, я знаю, как тебя победить, это выжить. Смотри, иди вперед, иди замочи вот этого, который для тебя идет. Замочи, замочи, вперед, иди вперед, быстро. Нет, иди вперед, сейчас тебя убьют. Вот и так ты проиграл. Надеюсь, вам понравилось это видео про бабы тварш. Ой. Не знаем мы, ситеры это дали или нет, которые мы не могли ударить. Ну, всем удачи, всем пока.